национальный триколор, российский МиГ-АТ. Об этом самолете мы рассказывали уже не раз, но ведь цикл создания и отработки нового летательного аппарата занимает несколько лет. Микояновцы времени зря не теряют, используя для продолжения испытаний любую возможность, даже перелет из Жуковского в Дубай. Перелет был достаточно такой вот интенсивный, и даже времени не было так переодеться, и мы пролетели действительно во всем зимнем, в наших курточках, все, пролетели сюда, и под 30-градусной жарой мы тут людей начали удивлять, вылазя из кабины в теплом обмундировании. Ну а вообще перелет прошел достаточно интересно, спокойно, с пользой вот для самолета, для понимания там его возможностей, для взаимодействия. К примеру, интересно, посадка, взлет в Иране, там высокогорный аэропорт, особенности запуска на земле,